сказал Всевышний Аллах в своем благородном писании. Поистине Аллах повелевает блюсти справедливость, совершать добро, одаривать родственников и запрещает распутство, отвратительные поступки и притеснение. Он увещевает вас, быть может, вы помянете назидание. Сказал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, кто покидает земной мир, искренне посвятив себя одному Аллаху и поклонению Ему, не предав Ему сотоварищей, а также совершающим намаз и выплачивающим закят, тот умирает тем, кем Аллах доволен.